Качели у 9-й школы отремонтировали еще 3 июня, а уже 5 числа поступил новый вызов. Гнезда просто не выдерживают детского напора. За этот месяц 4-й раз приезжаем ремонтировать. Это качели, они рассчитаны там для одного-двух детей, которым лет по 5-6. Ну вот, взять, допустим, вот сзади вас катается девочка. Если человека 3-4 сядет, все, они не выдерживают эти. Обычно поломки стараются ликвидировать на месте. На этот раз не получилось. Качель демонтировали. Обратно ее установят в течение 2 дней. Сорваны полностью крепления сварочные. И получается доски их просто разломали. На месте мы их сделать не можем. Придется сейчас сделать демонтаж, увезти на базу, там по новой все изготовить и привезти уже устанавливать. 84 детские площадки обслуживает подрядная организация. Текущий ремонт игровых зон в летний период выполняется регулярно. Текущий ремонт пойдет в работу по покраске элементов, демонтаж опасных элементов, также замена влагостойкой фанеры, подтяжка болтов, подшипников, замена цепей на качелях. Перед началом летнего сезона комиссия обследовала все игровые зоны. Сейчас специалисты службы единого заказчика готовят смету необходимых работ по капитальному ремонту, который проведут в летний период. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».